хлеб, кстати, горячий вообще. Как насчет питания в стране, которое мы считаем, что мы нанесли урон экономике очень сильно тем, что мы туда не летаем. В таком шикарном виде, в кавычках, мы находимся в аэропорту Ататюрка в Стамбуле, потому что у нас здесь пересадка из Венеции, мы прилетели в Стамбул, чтобы следовать дальше нашему маршруту, и у нас здесь пересадка больше 8 часов, поэтому Turkish Airlines, которые выполняли наш рейс и будут выполнять следующие, должны предоставить нам гостиницу на ночь. Вот мы сдали туда посадочную, и сейчас минут через 10 вышел сотрудник, объявляет, то, куда едет, видимо, и дает ключи. Из Венеции, кстати, у нас тоже такой компус вышел, потому что мы хотели там, у нас было часа полтора погулять, пойти на смотровую, и я и Юра, мы были уже в Венеции, поэтому особо там нам долго гулять не нужно было, но нам случайно продали билетик не до того аэропорта, нам продали до Тревиза, нам нужно было до Сан-Марко, мы побежали на автобус, потом поняли, что это не тот автобус, в общем, короче, все нормально, билеты нам обменяли, просто мы думали, что у нас в два раза меньше времени, вот, все, нас не объявляют. Мы самые последние тут, в общем, мы после прилета уже прошел час, пока искали стойку с этими отелами, и сейчас ждем нашу очередь, очень хотим в отел, не раз. Самолеты в хорошем состоянии, по крайней мере, то, что мы видим, ту часть, и немножко задержался рейс, но кормили вообще просто офигенски. У нас порой в кафе, там, не знаю, в Москве так не кормят, как кормили нас на борту турецких авиалиний, прям, ну, красота вообще просто. 15 минут ожидания, и мы в Hotel Transfer, маршрутка. Нас собрали целую группу, и сейчас повезут в отель. Нас всех дружненько привезли в отель под названием Агюн в Стамбуле. В минутах, наверное, чуть меньше, чем 15 езды от аэропорта. Сейчас ждем заселения. Вот такой нам достался номер. Аккуратненький. В принципе, что могу сказать? Только кровати раздельные. Вот это уставшая я. Ну да, окошко из ванной прям в комнату. Все, мы будем тут закругляться, потому что завтра будет очень сложный день. Увидимся в новом перелете, а то и сразу в новом городе. Сан-Паулу. Наш перелет длился из Стамбула 13 часов, но поскольку турки еще очень клевый сервис на борту, вообще все прошло великолепно, очень вкусно кормили, выдали спальный наборчик, подушечку, тапулечки, очень много фильмов было, в общем, супер. Сейчас, ну что, получилось? Нет, соседи не знали, но это шаттл бас. Короче, сейчас пытаемся снять деньги, и тут либо комиссия 24 реала, что почти 500 рублей, либо какой-то грабительский курс в обменниках, и нет нормальных банкоматов, нам нужен автобус, чтобы доехать до города, пойдем дальше тогда искать. Короче, вы прикиньте, даже мои заботливо отложенные на этот случай 10 баксов тоже не особо спасают, потому что для того, чтобы в аэропорту Сан-Паулу поменять доллары, они берут комиссию 18 долларов, то есть я даже 10 баксов не могу поменять. Банкомат берет 500 рублей, этот берет почти 1000 комиссию. Мы не можем, уже полчаса тут бегаем, не можем уехать. Международный аэропорт, ну как бы тут всего два обменника одинаковых с дебильным курсом и 4 одинаковых банкомата, тоже такие же дебильные. Все, не можем уехать, поэтому никогда не думала, что скажу это, кроме шуток.
если вы прилетаете в Бразилию, по крайней мере, в Сан-Паулу, то если есть возможность купить реалы хотя бы на проезд, делайте это заранее. Я понимаю, что это смешно, но в целях экономии времени, да, если у вас не так много времени и денег, почему нет? Надо, наверное, сразу подготовиться как-то. Сейчас метро Сан-Паулу, оно все такое в индустриальном стиле сделано, и прикольно то, что вагончики у них такими цветными пластиковыми стульчиками, ну, сидушками я имею в виду. А так тут полный индастриал. Заселились мы в отел, в одной станции наверх, не помню, как она называется, от вокзала Тиете. Я с таким расчетом выбирала, посмотрите, какой делюкс номер. Ну, чтобы была своя ванная и все, собственно, рядом метро и вокзал. И вот какой это отель на час, реально, тут дофига, ну, как бы, там, всяких бабочек ходят. Никогда еще в таком не была. В Сан-Паулу буду теперь, буду всем говорить, ух, водил меня Серега. С отелем случился такой интересный казус, потому что я Юре выносила мозг за полгода, наверное, что в Сан-Паулу большие проблемы с безопасностью, и смотрела каких-то блогеров, которые говорили, что здесь вообще тут нельзя сворачивать ни с одной улочки, даже в центре лучше вечером не появляться. И я выбирала отель, чтобы он был близко к станции Тиете, потому что отсюда мы едем на автобусе в Рио сейчас, вот, кстати, покупаем билетики. И у меня мозг отключился, я просто выбирала близость к метро и близость к этой автостанции. И оказалось, что это какой-то трешниковый отель вообще на улице, где сворачиваешь, где много-много ночных бабочек, просто очень много. Я не знаю, если получится еще раз это снять, но даже камеру там неловко было как-то доставать, неизвестно, как они отреагируют на это. Я больше всех боялась и сама в такой же район забрела, но вот, по крайней мере, вчера даже на нас никто особо не смотрел, не реагировал, не придирался, и ничего подобного не было. Не знаю, как будет в Рио, в Сан-Паулу еще на возврате, но пока фу, все как бы норм. Особенно в Тобе. Наконец-то наш переезд Сан-Паулу-Рио закончился, мы заселились в наши апартаменты, в наш Queen Deluxe Studio, и он не такой, как был в Сан-Паулу, это уже радует, и он очень хорошо оборудован, необходимы кухни, кофеварка, видите, вся микроволновка, холодильник, здесь даже есть еще одна кровать, в общем, тут все в порядке. Очень милый был хозяин. Есть раковина. Так, сейчас посмотрим, что здесь. Ага. Здесь у нас мини-душек. Но зато свой, не общий. Что уже радует. Вот это вид из окна. Надо будет не забывать зашториваться, если что. Прихожая. Вот так называется апарты. Недалеко от Копакабаны, пока насколько недалеко, я не знаю. Здесь такая модная хипстерская зона. Видимо, ресепшн. Что, сейчас заселяемся и гоним на пляж. И
еще пару слов о месте, где находятся наши апартаменты. Мы поселились в 5 минутах ходьбы от Копакабаны, реально 5 минут, где-то, наверное, вторая линия. И это какой-то пограничный район между туристической, именно туристическим районом и какими-то уже вот туда наверх кое-такие, ну не то чтобы фавелки, но такие небольшие трущобки. И это прикольно, потому что здесь именно, видите, местная жизнь кипит. Такие местные забегаловки, местные магазинчики, именно не туристический район, но в то же время 2 минуты, мы уже на главной туристической улице, поэтому, мне кажется, довольно выигрышное положение. Тут фрукты продаются, напитки, вообще все, что хочешь. Отчечи, ну и полный такой ширпотреб. И я смотрю, что очень много людей, туристов, но похожих на туристов, поднимаются еще дальше эти фавелки. Так что это еще не предел. Ну пока как бы местоположение очень даже. Я не знаю, что это такое.